Вот они на наших с вами экранах, дорогие друзья. Это Софья Тютюнина и Александр Шустицкий. Я очень хочу пожелать ребятам самого наилучшего катания. Опять же, отбросить все предыдущие оценки свои, своих соперников. И делать только то, что они могут и умеют. А могут и умеют они много и хорошо. Тренируются в Москве у Екатерины Рублевой, Ивана Шефера. Катя Рублева здесь с ними. Приехала сюда, в Лозанну. Композиция «Turning Page» от «Sleeping at Last». Большие молодцы. Я хочу отметить то, что я видела эту пару еще на юниорских прокатах в начале этого сезона. И ту видна невероятно проделана колоссальная работа. То есть, понятное дело, что спустя 5 месяцев, если эта пара топ-уровня, они так или иначе там лучше будут, чем 5 месяцев назад. Но, во-первых, для юниоров это непросто.
Во-вторых, юниоры обычно уже на контрольный прокат и приходят в очень-очень хорошей форме. Потому что там начинает распределение этапов гран-при. Это не так, как у нас распределяют страны, а распределяет федерация. Кому федерация на прокат понравилась, и тот тому, какие гран-при дают. И юниорские гран-при начинаются значительно раньше, нежели взрослые. Да, у них там вообще нет времени. Я просто, чтобы не удивляли этой фразы, то, что колоссальная работа с прокатом. Но они большие молодцы. Я не знаю, как распределяться сейчас оценки, если честно. Никто я могу только предполагать, но мы дождемся обязательно выставления оценок. Я просто хочу отметить, что колоссально сложно морально. Я по прошествии короткого танца. Я не знаю оценок, и кто какое сейчас место из наших пар займет. Для меня это явно первое, второе место, но кто как распределит, непонятно. Я к тому, что морально очень сложно опытной паре, коим является Софья с Александром, которые прошли этапы гран-при со вторым-третьим местом, были седьмые по итогам. Проигрывать молодой паре, о которых еще не знают. Они сами, мне кажется, их первый раз чуть ли не видели. Но дело в том, что еще Хавронин и Черезана пропустили контрольный прокат. Обе пары, Алексей Горшков, пропустили контрольный прокат. И морально это очень-очень сложно на самом деле. Но ребята молодцы, большие, как они собрались, они действительно выбросили все эти мысли с головы и отлично откатали. Вот такой абсолютно профессиональный вопрос. По постановке, и это играет, по постановке, все-таки постановка Черезана Хавронина, она смотрится веселее, выигрышнее, зажигательнее. Там больше каких-то фишечек, здесь другой стиль. Да, здесь другой стиль. Этот стиль у юниоров на юниорском уровне. Но они прекрасно справились. Опять же, это вот не такая прям любовь-любовь, которую там в 20-30 лет нужно показывать. Это такая юниорская, молодая, звенящая, красивая. Это разные программы. Но той паре подходит именно вот это. Этой паре подходит именно это. Как судить? Это судьи. Есть определенные критерии, как это судится. Я в любом случае поздравляю эту команду, потому что, опять же, я повторюсь, 30-й раз за день. Они сделали максимально возможное для себя. По-моему, мы предчувствуем, что все-таки Хавронина через Анну сейчас выиграют. Я не говорила вслух, я предполагала только из-за того, что я видела техническую составляющую после короткой, и это для меня многом говорит. Хавронин и Черезана выиграли и первой, и второй оценкой. Второй оценкой компоненты, по лицу Александра как раз видно, то, что, Катя, о чем сейчас шла речь, о том, что им сложно проигрывать более молодой, более юной паре, и для них это сейчас удар. Они технической оценкой проиграли очень много, Но я, друзья, вас поздравляю.